Уважаемые трейдеры, у вас появилась уникальная возможность сохранить открытые у другого брокера сделки путем их переноса на торговый счет в компании A-Markets. Наш новый сервис предоставляет вам возможность перенести ордера с сохранением идентичных торговых условий и инструментов. Чтобы воспользоваться данной услугой, вам необходимо выполнить всего несколько простых шагов. Во-первых, зарегистрировать личный кабинет трейдера и открыть торговый счет в компании A-Markets. После того, как вы осуществили регистрацию торгового счета, вам необходимо пройти простую процедуру верификации. Для этого, находясь в личном кабинете, перейдите в раздел «Профиль. Верификация», в котором вы увидите простые правила ее прохождения. Достаточно лишь загрузить скан вашего паспорта, а также обеих сторон вашей пластиковой карты, либо приложить скриншот личного кабинета той платежной системы, которую вы используете для перевода денежных средств на счет. Сразу после этого вы можете внести денежные средства на торговый счет в компании A-Markets. Одновременно с этим вам необходимо направить вашему персональному менеджеру короткое письмо-заявление с просьбой перенести открытые позиции из другой брокерской компании в A-Markets. Контакты персонального менеджера вы легко можете найти на главной странице личного кабинета трейдера в правом верхнем углу, а инструкция по переносу торгового счета находится во втором пункте регламента переноса ордеров в компанию A-Markets. Для ознакомления с ней вам необходимо перейти в раздел личного кабинета «Мой профиль. Регламентирующие документы». После получения заявления от вас, ваш персональный менеджер свяжется с вами и сообщит о возможности осуществить перенос позиций на торговый счет в компании A-Markets, и при вашем согласии сделки будут перенесены.